Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наши уроки на саратовской гармошке. Итак, следующее произведение, которое мы разучим с вами, русская народная песня «Ах, вы сени, мои сени». В первой октаве продолжаем занятия. В игре у нас будут задействованы раз, два, три. Три пальчика. Каждый пальчик нажимает свою кнопочку. В первой октаве. Чтобы спустить воздух. Напоминаю, что он находится слева у нас. Итак, какие же ноты нужно нам сыграть? Со второй кнопочки до, фа, ми, до, фа, ми. Соль, ре, соль, ми, соль, ре, фа, ми, до. Попробуйте сыграть вместе со мной. Пастухова сыграют для вас «Ах, вы сени, мои сени» русскую народную песню во второй октаве. А теперь мы для вас с братом хотим сыграть русскую народную песню «Ах, вы сени, мои сени». Аккорд. Ну? Вот, другое дело.